Вопрос от Павла Краснопутского. В вашей жизни было много интересных встреч с интересными и выдающимися людьми. Какая из этих встреч и с кем именно запомнилась наиболее ярко, либо оставила особенно глубокий след в память? С уважением к вашему творчеству. Я не знаю, откуда вы взяли информацию, что я встречалась с какими-то особо выдающимися людьми. С особо выдающимися в мировом масштабе я не встречалась ни с кем, ни с Брежневым. Издалека я видела Хрущева, издалека. Вот, даже слушала его выступление, когда он у нас в доме офицера в Будапеште выступал, я рядом упала штукатурка с волосы головы. Вот, был такой момент, когда все сильно испугались. Но вот из таких людей, которые близки как бы к музыке, да, да, меня познакомил один журналист, ну я думаю, что он был агент КГБ. Еще в те 80-е годы я работала в «Известиях». Уж больно правильный был человек, уж больно у него были говорящие глаза. Вот, он привел, не знаю почему ко мне, он привел биографа Битлз Хантера Дэвиса. Вот у меня книжечка. Показываю. Ну, многие ругались на эту биографию. Но он провел 2 года с ними и, как их понял, так написал. Вот, здесь он у меня оставил. I was here, я был здесь, в Турине, да, то есть неизгладимое впечатление, очень разговорчивый, очень веселый дедка. Потом мне из Лондона звонил, мы с ним беседовали. И вот очень приятно было вот, получить эту книжку, я ее храню, естественно, потому что это библиографическая редкость уже, да. Не знаю, жив ли Хантер Дэвис сейчас, но вот это был один из таких вот людей. Второй человек, это было на Кубе. Когда мы там реконструировали аэропорт, и так как не укладывались в сроки и были нарушены все планы, и, в общем-то, ну, безобразие, короче, безобразие. Вот, нас вызвали в ЦК партии. Ну, и, слава богу, не к Фиделю, потому что Фидель бы, конечно, живыми бы никого бы не оставил. А к одному из командантов, из майоров, его другу, темнокожий товарищ такой, сейчас не помню точно его фамилию, но он занимался строительством, отвечал. И что на меня произвело сильное самое впечатление, это даже не сам, он не особенно фактурный был командант, такой, конечно, с Фиделем не сравнить, в ту пору, не с Че Геварой, небольшого роста, темнокожий такой. Вот мне просто понравилась постановка вопроса. Ну, мы, конечно, русские струсили, когда вызвали туда. Тем более мы проходили через такой вход, там, где стоят такие автоматчики в этих высоких ботинках, на кубинцы такие. Ох, ребят, спецназ. Вот. И кубинцы тоже, которые с нами работали над реконструкцией аэропорта, хотел сказать, аэропорта Хосе Марти, тоже очень переволновались, потому что, ну, для них это вообще было. Аж поизленили бедные. И вот этот человек, командант, майор, ну, достал такую сигару, я про это уже рассказывал как-то, и сказал, что наше совещание длится ровно столько, сколько я курю эту сигару. Вот вы должны объяснить невыполнение сроков, рассказать о своих планах в течение этого отрезка времени. Заканчивается сигара, больше никаких оправданий не принимается, я докладываю Фиделю, а он будет разбираться. И вот я помню, как все наши специалисты и наши кубинские, они с каким ужасом они смотрели на эту сигару, которая вот медленно сгорала, 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 но в срок мы успели уложиться. Вот это вот такое большое впечатление. Потом была встреча, это было раньше, с командующим ВВС Чехословакии. Йозеф Чинчар был такой. Это было до событий, до Праги 68-го года. Прекрасное впечатление оставил этот летчик. Как летчик был прекрасный и как политик. Но когда начались вот эти вот события 68-го года, он, естественно, встал на сторону пражской весны. И вот все отношения моего отца с Чинчаром прекратились. Ну вот, пожалуй, вот такие из музыкантов, я ни с кем, только мысленно, с Джимом Пейджем, с Робертом Плантом, с Леми, обожаемым,
мною и с той публикой, которая была в 60-е годы, только мысленно, к сожалению. Я не знаю, как, конечно, формулировался вопрос, но вот не такие личные встречи. Может, вы как фанат куда-то с кем-то ходили, вот с кем-то встречались, смотрели на кого-то? Нет, ну смотрели как? Ну, конечно, смотрели. Потому что когда у нас был замечательный, ставший уже культовым журнал «Забриски Райдер», нас очень любили и давали нам аккредитации с моим Игорем Тарасовым, с бас-гитаристом и директором журнала. И вот в ту пору нам удалось походить по пресс-конференциям, вот так вот, глаза в глаза посмотреть на Элиса Купера, на чудесного. В коридоре Рэдисон Славянской мы столкнулись с уставшим Джоном Лордом, тогда еще живым, когда Deep Purple приезжали после пресс-конференции уже. Вот. Идет такой уставший, все, тут Тарасов закричал: «О, если я с ними сфотографируюсь, я зря прожил свою жизнь». И я говорю: «Ну, пожалуйста, сэр, ну я вас умоляю». Он говорит: «I'm so tired». Я говорю: «Пожалуйста, ну, пожалуйста». Он встал, обнял Тарасова, сфотографировал. То есть я сама с ним не сфотографировалась, но Тарасов доволен, он не зря прожил свою жизнь. Вот. И, конечно, неизгладимое впечатление меня оставило... Это вот пресс-конференция с моим любимым Робертом Плантом. Когда он первый раз к нам приезжал, и пресс-конференция была в английском посольстве. И там, конечно, все было очень жестко. И когда вышел страдающий от горького похмелья Плант, такой с бутылкой минеральной воды, и сказал: «Ребята, такой сушняк, ребята, вы меня поймите». И мы так хорошо общались, без всякого звездизма. Все честно, и про дедушку-алкоголика он рассказал, и про то, и про все, и потом вот мы попали на концерт, и я была около самой сцены, висела на этих поручнях, на металлических, да, вдыхала сандаловый дым, который там, не палочки были, зажжены на сцене, и смотрела на своего кумира, вот для меня вот эти люди, действительно кумир, да, кумиры, и ну просто вот, ну растворялась я в этих песнях, и смотрела на Планта, и понимала, что жизнь просто точно не зря. Когда такие встречи происходят. А так, не знаю, что там действительно Денис прав, что там личный контакт, не личный контакт. Вообще я не отношусь к категории тех людей, которые, как у нас некоторые женщины, девушки делают, там, рвут на себе последнюю тельняшку и ломятся в гримерке. Никогда не отличалась этим. Но встречи были. Встречи были. Ну, были встречи, да, но без фанатизма такого дикого. Да. Следующий вопрос. Алексей Калачев. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. Хотелось бы видеть иллюстрации на такие известные песни, как «Следуй за мной», «Икар», «Отшельника» и другие. Хотели бы вы видеть. Имеется в виду как картинки, как изображения рисских альбомов в стиле художника Лео Хао. Если да, то какие из них вы представляете, исходя из текстов песен? Нет, ну про картинки можно рассказывать. Я очень много чего представляю. Если бы я сама умела рисовать, я бы нарисовала. Но манера... Изображение должно быть ни в коем случае, не как у Лео Хау, и не так, как вот очень много картинок присылают, ну, современные художники рисуют. Это гладкое письмо такое вот фантазийное, ни в коем случае. Гравюры типа Дюрера. Вот это я бы приняла бы с удовольствием. Вот если кто может, пожалуйста. Именно вот черно-белые гравюры, вот это вот штрих, это вот то, что соответствует, но не ярко. Такие фэнтези, вот эти ужасно пошлые, которые сейчас... Так, я не хочу сказать, что у Лео Хао пошлое творчество, вот, но просто техника не та, вот, мне так кажется. Вот, черно-белый дюрер. Елена Савина. Маргарита Анатольевна, вы много лет сотрудничаете и дружите с нашими любимыми музыкантами, видите их отношения с фанатами с другой стороны. Как по-вашему, может ли существовать дружба между кумиром и поклонником, или грань всегда была, есть и будет? Стоит ли вообще мечтать о знакомстве со своим кумиром? Ну, смотря какое знакомство, Елена. То есть... Вот тут имелось в виду, грань имелась в виду со стороны музыкантов. Не всегда казалось, что поклонники для них некая безликая масса. Нет. Поклонники никогда не бывают безликой массы, если нормальный музыкант. Поскольку музыкант понимает, что он зависит от этих поклонников. Его благополучие зависит, его творчество зависит. Если есть отклик, значит и творчество будет, не будет отклика у фанатов. Если ты будешь смотреть как на биомассу на эту, да, какой контакт, у тебя не будет никакого ни энергетического обмена, ни вербального, ничего. Нет. Музыканты, вот те, которые я знаю, они прекрасно относятся к своим фанатам.
Иногда, правда, бывает, что после концерта в таком состоянии, ну, не всегда люди просто в состоянии, то есть усталость, да? Их же можно выжимать после концерта, это же ужас. Столько пропрыгать, как, допустим, Мария прыгает на сцене, все-таки господа у нас уже в возрасте, но они при этом очень энергичны. Вот, и так вот кнешь пальцем, и все, мокрый человек, он устал. Понятно, что иногда не удается получить там автограф, да. Но, насколько я знаю, никогда, ну, скажем так, ну, 99% случаев не отказывают ни в интервью, ни во встрече, ведь создаются фэн-клубы, происходят встречи с фэн-клубами. Вот я знаю, что в Москве долгое время не было тарифского фэн-клуба, сейчас вот организовала там одна очень деятельная девушка, я ее знаю. Вот, она, кстати, любит не только Хевен, она ходит и на Пророк. Интересно. Я ее встречаю на концертах Аручину, который играет с группой Кворум Пророк. А, вот, и я помню фэн-клуб, который был еще на Калачевке арийский. Там эти письма, нормальные бумажные письма, в ящиках. Да? Туда приходили фанаты, мы общались, там что-то про песни рассказывали, там вот, то, что было, там вот это все. То есть у нормальных музыкантов нормальные отношения, и встречи проводятся, и интерактив какой-то там отвечает, но, может быть, не всегда быстро это происходит. А что же касается дружбы, вот такой вот, как в большинстве случаев, естественно, женщины мечтают общаться с нашими кумирами, я могу сказать, что лучше не надо. Лучше любуйтесь на любимых музыкантов, вокалистов, когда они стоят на сцене, когда они в образе, и вы видите, ну, таких героев, да, в общем, таких мужчин, которых в нашей жизни вот, в быту не хватает. Не надо переходить эту грань самим фанатам. Пусть герой остается героем. Потому что не всегда тот, кто герой на сцене, оказывается героем в жизни. Все мы люди, все мы человеки. Как бы слабости человеческие не чужды никому. Вот. Мне кажется, что лучше не разрушать легенды, не разрушать тот образ, который вы себе создаете. Вот мне так кажется. То есть, да, здорово. Поблагодарил, похлопал, поприветствовал, взял автограф. Достаточно.